Так, что-то непонятное происходит на сервере 1945. Нулят своих игроков. Плюс почему-то нулят Эдиком. Эдик плюс Лисангия. Как-то странно. Что за османы на телегах? Что-то странное происходит на самом-то деле. Пробили его. Прям жестко так по грязи. Блин, кто сборил, я не успел заметить.
О, пошли конкретные трупаки уже. Такс. Там что стоит, я не могу понять, Костя Ричард или что там такое? Да без реинфорса как бы такое себе. Да, прямо трупы пошли по грязи. Вообще, это плохая идея на КВК. Страдать такой ерундой. Тем более, парень видно, что активный. Прямо очень активный. Ну, видно, что дождались, пока Мюсен спать пойдет, или вообще выйдет в сети, потому что даже терму не кидали, ничего. Точно знали, что он не в сети.
Но долго его нулить будут на самом-то деле. Если бы там еще сидел бы какой-то Мортал Костя. Да, просел он капитально. Да, тут сидит Костя Ричард. Уже в плюс его пробивают. Да, пошли в плюс его бить. Еще одна ралли подходит. Да сейчас тут Чингис начнет конкретно наваливать. Одиннадцать лям трубаков уже. Прямо очень много. Да и стена пробита уже. Ну, сейчас его под ноль уже снесут, скорее всего. Если он не вернется, конечно же.
Чё он так долго разведывает? Ну, лично для нас это хороший знак. А вот так вот делать нельзя. Да, забавно-то очень на самом-то деле. Аж хочется перестать просто смотреть и выключить. Ну все, он под ноль идет. А не, надо выключать, на такое больно смотреть. Так что вот так вот, на сервере 1945, я думаю, пошатнулась ситуация. Всем, кто посмотрел, спасибо. Так. Всем пока.